канала, вы представляете прогноз погоды на 5 марта. Я Олег Шигнанов, буду ваш проводник в мире погоды. Всем здравствуйте. В республике преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная минус 33, местами до минус 38, днем минус 16. По центральным районам ночью до 29 мороза, днем 10 ниже 0. По южным районам ночью минус 20, по юго-западу до 28 мороза, днем минус 8. В городе Улан-Удэ без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 25 мороза, максимальная днем минус 9. Атмосферное давление существенно не изменится. Воины гуны в 5 веке использовали весьма необычный способ приготовления мяса. Во время длительных переходов верхом они подкладывали под седло куски мяса, которые отбивались и теряли жидкость, одновременно просаливаясь лошадиным потом. Таким образом, воины получали к ужину уже готовое блюдо. Это был прогноз погоды на Первом Альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. О времена, о нравы, о вкусах.